Хей, йога, и с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру под названием Avalon 2. Короче, мы в эльфийском лесу, мы сейчас меняем время туда-сюда, чтобы все было хорошо. Я сейчас вернулся в настоящее для того, чтобы перекрыть... А видите, он все равно злой. Нет. Какого черта? Типа он должен полностью задевать корни. Да. Вот теперь я могу тот сундук забрать. Серьезно, не могу? Да ладно. Он меня атакует. Что тут происходит? Ладно. Ну я же все-таки все сделал, да, там сохранилось. Гриб же сохранил. Да, фу, гриб сохранился. Окей. Ок. Най. А, точно, я же могу теперь сделать так. Я могу сделать теперь так. А, ладно. Возвращаемся сюда. Пробегаем сюда. Теперь я жду заново. Ох, это сильно. Так, смотрим, тут два сундука. Ну, блин, они почему-то призрачные. Походу, их только забрать могу в другом временном промежутке, который у нас закрыт. Пришел и беспокоит меня кто? Ты уже был, нет? Осторожно, Шимки. Оно выглядит довольно сильным. Может рассчитывать на меня, Шимки? Я буду сражаться в полную силу в этой битве. Стойте. Это с наибольшей вероятностью лесной хранитель. Не могу поверить, что... Что чуть не порубило его в щепки. Нам искренне жаль, мистер хранитель, сэр. Я не уверен, что он понимает нас. Похоже, он в не очень хорошем здоровье. Давайте используем слезу с эльфийки. Я бы лучше использовал хилку обычно для него. От садиста влияние злого величили меня вы. Вылечили. Благодарность мою примите, молодежь. Я рада, что вам уже намного лучше, лесной хранитель. Хранители, с которыми мы встречались ранее, немного более агрессивны. Вас наградить должен я, да? Печально. Малым очень благодарю я. Чего? Ароку сказал нам, что маджи доверили вам фрагмент ключа маджи. Разумеется, фрагмент это и есть у меня. И отдам вам его я непременно. Заботитесь хорошо о нем, будете вы. Опасность несет фрагмент этот. Мы сделаем все возможное, чтобы не забыть это... Помечить древний Йода. Йода отсылка на Звездные войны, как я понимаю. И теперь мне менее грусть не покидает меня. Теперь в ловушке оказалась в священном роще вы. В ловушке? Но почему? Захватили священную рощу, садисты самые эти. Чужаки сбежать не могут они. Это ужасно. Я не могу торчать здесь. Силу чувствую я вас, молодежь. Помочь вам можно... А возможно, может она. Она?
Сила? Какая сила? Найти ее, возможно, стоит вам. Но, скорее всего, найдет вас она. Какая у него любопытная манера речи. Мы должны найти ее, Шимки, что бы это ни сбыло. Мне не нравится идея торчать здесь всю свою жизнь. Ну, о какой силе он говорит? Или говорил? Говорил. Так, нам остался один ключ, это как раз, когда мы... Блин, вот сундук, и что мне делать? Хотя, подожди. Сундук может быть неактивный. Это типа призрачный может быть, кто знает. Я вот это как раз не проверил. Нет. О, помидорки. Ладно, сейчас что придумаем. Ага. Хорошо. Глупые слизнячки, которые мне даже ничего не делают. Эй! Ты чего это меня разбудил? Я же спала всего лет 12. Оставь меня в тишине и покое. Ста, что ты тут делаешь? И вообще, кто ты такой, а? Что? Ты пришел сюда ради штукенцы Маджи? И теперь ты застрял в роще? Да уж, ну и болван. Нечего было сюда приходить, ясно? Что? Ты не в курсах, как завалить садистов? Ну ты даешь, это под силу даже младенцу. Надо-то всего лишь попросить стволодила его жечь. Что? Ты не в курсах, как болтать с лесными тварюгами? Хи. Боюсь, вы, человеки, много чего не можете огасть. Но у тебя есть селенка. Эти лентяи, стволоделы и корней... Так, и корнем не пошевелят, но ты нашел среди них шароху. Я все видела. Слушай, сюда план. План Стэн. Я помогу тебе... Я помогу тебе пощебетать с этими стволоделами. А ты поможешь мне сжечь этих садистов? Ну, типа, ты выручил старикана, так что я тоже могу тебе помочь. Что скажешь, да? Ах, да, кстати, я забыла представиться. Нави. Я даже не... Так. И даже не смей жаловаться, что я люблю... помолоть языком. Новый тип... У вас в команде новый товарищ? Лол, чего? Я не понимаю прикол от нее. Она даже не отображается никак. Может, он в инвентаре у меня, как юзабельный предмет? Нет, ладно. Блин, ну все равно сундуки, которые не открываются, но... Скорее всего, они... в другом какой-то временном промежутке все-таки используются. А-а-а. Только я помидорку жёг. Казалось мне, что это была хорошая идея. Только теперь я не смогу изменить время. Упс, скажись... А нет, все нормально. Если это прошлое... А, это 3D. Ну слушайте, она только полезна в этом лесу, по факту. Кто-то так. А, монетки пропали.
this bed. А, видите, здесь, допустим, сундука нету. Вот как оно работает. Ну, типа, знаете, это сложно. Ну, блин, я не могу так пройти. Возвращаемся. Так, это когда они все спят. Подожди, а могу я? Эй, слушай, я в другом времени, ясно? Думаю, так, дуй ко мне, если хочешь, чтоб я помогла. В смысле? Мано, а как мне? Эй, слушай, я в другом времени, ясно? Времени, алло. Мне типа с этого времени нужно как-то отправить. У тебя большой радиус? А так у нее радиус. Радиус манать. Давай с тобой просто пролетай, посмотрю, что тут вообще есть. Одним чертилом. Здесь мне нужно будет дерево передвинуть, чтобы сжечь. Так, тут есть сундук. Ну да уж, это беготня такая будет, это что, пипец. Но я убил их, поэтому нормально. Так, здесь не пройти. Но уже неактивный сундук. Но я могу сделать так, смотрите. Оп. Опа. Опа. Так, да. Теперь такой, опа. И сейчас такие большинство думают, подожди, а зачем ты передумал тепеньки? А я сейчас скажу, зачем. Мы возвращаемся в то время. Сжигаем, ну типа, сейчас поймете. Я в этом времени по факту могу перебежать сюда. Ой. Так, подожди, где моя фейка? Ау, а я этого не пройду, да? Надо, чтобы сундук это достать мне. Мне этого нужно как-то сжечь. Кайф. Не продумано. А, я могу сделать так. Тогда все хорошо. Мне нужно было тогда не бежать столько. Сейчас же все равно обратно возвращаться время. Все равно обратно во времени отправляться. Но по факту я все равно в будущем, поэтому там радиски остаются.
Да, и здесь тоже редиски остаются. Так, ну это значит, мы этого задвигаем обратно. Этого сюда. Этот у нас не передвигается никак. И здесь тоже не пройти. А вопрос. Как мне тогда пройти? Если он достанет до сюда, тогда я и тут тоже не пройду. Странно. Ладно, давайте пробовать. Давайте пробовать. А, подождите, это все равно не тот временной промежуток. Точно. А мне как раз этот и нужен. Бля, что, я вернуться не могу? Могу. Для чего, для чего, для чего? В этот момент сейчас... Давайте попробуем. Не, темная энергия до сюда не достает. Тогда все хорошо. Так. Получилось, шимики. Мы почти выбрались из священной рощи. Нам осталось лишь вернуться в наше время. Подожди. Подожди всему этому радоваться. Сейчас мы будем сраные головоломки выполнять с тобой. Мы же хотим освободить лес, да, от этой нечестивости. Если бы он еще бегал быстрее. Так, мне как-то нужно с той стороны ударить. Сложно. Блин, я сундук сейчас на самом деле просрал. Если так говорить. Если говорить на чистоту. Так, к примеру, я в этом времени. Ту древесину я могу только активировать с этой стороны. Все ясно. Короче, все, нахер все забывается. Я делаю сейчас одну вещь. Иду за сундуком. Остальное мы вот сюда вот мне нужно пройти наверх. Ударить по дереву. Блин, это долго. Это очень долго и. Такое занятие себе. Давайте заберем хотя бы один сундук, который скрытый за секретными, так сказать, дверями. Нужно, получается, в это время отправиться, которое неактивно. Так, ступаем сюда. Нам нужно настоящее. А, стой, а как я по-настоящему этот дух заберу? Там закрыта дверь, да? Давайте, чтобы сам туда не идти, я туда эльфийку запущу. Просто посмотрим. Да, мне сюда просто не пройти. Ну ладно, тогда отправляемся. Отправляемся, куда мы шли. Типа от всех очищать это, ну, она скорее всего может дать нам что-то довольно очень хорошее. Типа, она же попросила, чтобы мы ей помогли с этими херниями. Так, ведь. Блин. Херня. А, меня видите? А хотя, я могу сюда пройти.
И должно все сработать. Ну да. Прости, чувак, не могу я покинуть лес. Я вроде меня не может жить снаружи. Это вопрос к квантовой физике, ведь я не могу быть во всех временах и нескольких пространствах одновременно. Ну и подобная чушь. Вы неплохо поработали, но в лесу еще остались садисты. Я полагаю, что у вас есть дело поважнее. Может, в любой момент заходите ко мне в гости. Пока-пока. Туй. Давайте убьем. 3 садиста осталось. Типа, камон, за остальную очистку, по идее, нам должны дать остальные вещи. Вот, готово. Уже идет все хорошо. Осталось двое. Ну, видите, они тоже, блин, фигню нам делают. Так, это у нас... это 3D. 3D мне не надо. 3D мне не надо. Подожди, а... Да я понял. Вот это, тут херня с порталами. Понимаете, мне постоянно нужно бегать в портал. Это очень сильно надоедает. Вы просто не представляете, насколько. Так, 2 садиста осталось. Их еще главное найти надо. Угу. Нашел. Садись, стоим. Угу. Это мне сейчас нужно. Это я жрать хочу. Больше хочу. На самом-то деле. Так, ну это получается этот остается и который здесь. Так, ага. Вот. Главное, что нельзя, видите, убирать. Сюда. Мне постоянно нужно будет вот это заниматься этой херней. С времени на время прыгать. Тоже так бесит. Мы справимся, я думаю. С убийством. С этим убийством. Why? Почему я не могу здесь нормально пройти? Подождите, я что-то не врубаюсь. Я не могу вырубиться, почему здесь портал не работает. Окей, давайте. Окей. Я не понял, нихера. Давайте я в этом времени пройду туда. Блин.
И вот результат. А почему я в этом не могу времени там пройти? Подожди, в чем проблема? По факту проблем никаких не должно быть. Типа я прохожу так же, как я и проходил до этого. Не... Ой, там сундук, вот, допустим, я могу использовать. Блин, нужно как-то подогнать сюда этого. Так, иди в сраку. Пока врублюсь. Почему он именно здесь встал, чтобы закрыть мне обзор? Все. Почему он дамажит теперь? Допустим. Так. Если сейчас заново буду. Я понял. Блин, ну что она может дать? Ну, по факту, давайте рассматривать так. Ключ нам дали? Дали. Нам еще что нужно? Нет. Так, в чем проблема? Еп. Я понял. Короче, нахрен это временное прошествие. Валим отсюда. Я не хочу с этим разбираться. Это слишком долго. Это слишком долго. Поэтому я просто свалю вообще с этого временного потока. Так, это 3D. Так, это прошлое. Это... Да, прошлое. Так, валим быстрее, потому что мне бесит эти... Я не хочу убивать их. Понимаете, я просто сейчас потратил какое-то количество времени на то, чтобы просто... Что просто? Чтобы просто походить тут. А вы что думали, что иное? Нет, нет, просто чтобы тут походить. Я здесь только для этого. Да-да-да, мне плевать, занимайся сама ими. Дадите мне звездочку, которая мне сралась. Хотя, может, тут концовки какие-то есть? Хотя посрать? Не мои проблемы, да? А что мы получили? Только кусок этого. Так, воин после войны. Сейчас война все еще есть, не ошибаюсь. А нет, все, демония разрушена.
Демония уже разрушена. Значит, нам сейчас нужно облетать и искать место, где может быть этот мужик. По факту я вообще не знаю, где он может быть. Он вообще может быть нигде. Фиг его. Там пираты. В городе. В Дженове. О. Это конец света. Ты видел этот взрыв? Вот это катастрофа. Так, они сейчас все, да, я как понимаю? На нервишках. Да. Пираты бухты атакуют. 100%, что они проникнут в город через канализацию. Да, все-таки я правильно сделал, что сюда пришел. Помогите, соберите ли император что-то делает? Боже правый, все просто не в себе. Я просто обязан рассказать потом об этом всем подружкам. Так, ладно, давайте тогда, я понимаю, сразу искать тех, кто мне нужен. Ага. Так, подожди, та библиотека еще рано. Мне в императорский двор нужен. Мой коллега бежал, когда начал великая катастрофа. Честно говоря, думаю, я поступил так же. Я уверен, что император сможет поставить за себя. Подожди, а куда мне идти? О, ты пришел на великий турнир Колизея? Серьезно? Ты хочешь сразиться с ужасными пиратами? Иди, но будь осторожен. Давай. А-а-а, то есть... Так, в каком плане? С одной стороны, бесстрашные не поддались суду пираты бухты. И с другой стороны, могучий воин. Со стороны с силами, один против всех. Великий легендарный дискриминатор. И без лишних слов битва начинается. А, я типа волны мне нужно отбивать. Интересно, сколько здесь всего волн. Ну да, Джеки Чаном только ногами. Ну слушайте, опыта нормально дают. И сердечки дают, поэтому... О. Ой, ой-ой-ой-ой. Да ёлки-палки. Так, дискриминатор, что-то пошло. Как-то их многовато, да?
Ого. Ультанул так ультанул. Давайте хотя бы до 10 волны, чтобы я не знаю, может тут ограничено их. Ха-ха, левел ап. Дали то, что по факту могли дать. Так. Интересно, босс будет? Так, китайцы пошли. Ну. Мне кажется, тут далеко, да. Ну да, сейчас зажмут. Все. Так, сейчас вот так делаем. Да ёлки-палки, да ладно вам. Да дайте мне атаковать их. Манать. Да они кулаками бьют сильно. Да, блядь. Чисто сам на кулак прыгаю. О, все, да. А-а-а. Это плохо, да. А, он еще и с помощниками. Ай-яй. Ай-яй. Ну, в принципе... Примерно... Понятно, как его убивать. Как примерно КПшку себе пополнять. Ну да. Ладно. Ладно, не давайте ему бить просто себя. Да ладно, он еще и захват не сделал. Ладненько, хорошо. А. Ну,
Я умер. Тихо. Надо победить капитанку. Ну, что это за бред? Я умер, да? 9. Я попался под руку. Да. Я просто засал, понимаете? Вот я сам в этом сейчас был виноват. Мне кажется, мне одну из двух, либо звезду дали, либо я все-таки что-то получил, то, что нужно было. Ах, сам виноват. Я сам виноват. Ну, хотя я понимаю, что теперь... Ничего не страшно именно с боссом. Главное, просто не давать ему себя споймать. Давайте фастом, фастом. Как раз и левелов понимаю. И деньги неплохо понимаю. Ладно, я понял. Давай, 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 хил. Крутим, вертим. Запускаем. Хорошо, восьмая волна. Ай. Да, ёлки-палки. Хорошо. Восьмая, это девятая сейчас волна. Сначала мани-мани. О, не, лучше сразу закинуть. Все. Сразу король, да, должен выйтишь? А, нет.
Ох, ё-моё. Давай, давай, ко мне сюда, сюда. Да ёлки-палки, как вы меня... Левел ап. Нужно было к боссу это оставить. Ну что, остается босс? Он, когда около стенки, всегда атакует. Вот, вот, начинается. Так, как, понимаете, дело в том, что он мимо летит, но я специально почему-то к нему иду. Вот он даже, он просто мимо летит. Вот видите, он просто мимо, он рядом летит. А, вот это он мне словил, хорошо. Все? Я победил. Какая потрясающая битва! Дискриминатор художник? Можно ли его остановить? А, да ладно. Да ладно, типа теперь следующая волна. А, так это просто прохождение волн, оказывается. Я-то думал... Ну ладно. Ну, тут на самом деле они немного кривовато сделали атаку некоторых врагов. Да. Ну ладно, сейчас я, в принципе... А, все, уже волна следующая началась. Ну, что, давайте, я думаю... На этом мы с вами потихоньку будем заканчивать. Да, ну это типа полный жестяк, я считаю. Ну типа, главное нам прыгать и... О... Это уже по-настоящему жестко. Мужики, ну вы-то чё?
Ну, скорее всего, есть, да, задание, типа, там, 20 волн пережить. Или пройти 10 волн. Ну, типа, почему нет? Давайте, типа, я не буду подаваться, я попытаюсь дойти до куда смогу. Мне что-то кажется, что я скоро отлягу. Может, нет. Это максимальное золото? Стоп, серьезно? Я максималка? Да, это максимальное, ребят, золото у меня. Хм. Прикольно. Ну поняли, хотите вы себе что-то это купить? Думаете, золото сейчас насобираю, ага. Я вон уже себе насобирал золото. Бесконечный боевой турнир. О, ну это мне зажали уже. Нет. Хотя да. Вы видите, это просто... Ха, манать. Но зато мы знаем, сколько максималка это золото. Вот видите, типа, они прыгают сразу, но... Красный... Сложности никакой. Мне просто интересно, будет ли второй босс, и будет, может, их два. Ну, просто кто знает. Сейчас мы этих всех соберем здесь, и я использую нашего Демно. Ну, что-то эта уже волна идет довольно долгие. Ну, нужно, в принципе, два удара ногой, чтобы их нокаутировать. Да ладно, долго как-то, слышите? Только 17-ю волну прошел. Так, собираем. Ну, этих амбалов можно просто в кучу собирать. Использовать просто демона. И так я даже левелап себе делаю. Как вы видите. Ой-ой-ой. Демон не использовался. Да прыгни ты! Все. А нет. Как-то выкарабкался. А, да прыгни ты двойной этот. Во! Он вообще бывает двойные вертушки делает. Чисто, понимаете, только на угол бегать и все.
И вообще ничего такого нету. Все, эти уже легли. 19-я волна. Скоро я как раз все узнаю. Так, собираем, девчулек. Ох, мускулистики мои. Два демона вам хватит. Да и одного. Так, ладно, я понял вас. До свидания. Давай босса. А, босс на 11-м. Ладно. Делаем так. Бежим сюда. Кидаем. Готово. Да он надоел. Картит сраный. Джеки Чан. Неповторимый Джеки Чан. Так, здоровяк. Меня просто ногами теперь пинают. А, уже 20-я волна. А, ну правильно, да, сейчас должен быть босс. Может, один босс. А, все, это типа бесконечные пошли волны. Но они не победят. Не, типа они бы могли Они могли победить, если бы здесь... Ну, блин, девки, они довольно поворотливые. Ну, типа, у меня золота все достаточно. Каратиста больше двух нет. Ну вот, я просто собираю хп и считайте, я фулл хп. Ну что мне? Боевка немного косая, и это видно, потому что дзюдоист прыгает немного в бок, даже не там, где ты. И то есть и он по тебе не попадает, и ты по нему не попадаешь, понимаете? Да, такое. Ногами не бьются. И да, видите, волны повторяются одна с одной. То есть одинаковое количество врагов даже. Сейчас по-любому вот снова тёлки будут. Потом люди-ноги. Ну, все равно афроамериканцы, которые все равно отъезжают довольно быстро. Хм. Бесконечные драки. Я думал, тут на самом деле мне что дадут. А, ну так оказалось. Ладно, давайте я до 26-й волны дойду, ну, то есть 25-ю включительно пройду. Раз. Ой, все, это зажали.
Видите, их тоже кулаком можно ударить. Я просто уже даю себя бить, потому что... Хотя пускай бьют. Ну типа, ну что, я сейчас прыгну, убью их всех. Вот. Готово. Эти убиваются с двух ударов, именно с ног. Все умирают с двух ударов, кроме... Ну, эти с одного умирают. Удара ноги. Но зато здесь, вот я смотрю, можно довольно хорошо апать именно уровень своего персонажа. То есть, если вы там апаете максимальный уровень, да, хотите апнуть, то вот Колизей это вам как раз... Колизей — это все, что надо. Посчитайте, я за Колизей поднял сколько? Да до хера, да? Все, давай, шестой. Все, можно проигрывать. Ну давайте, ладно, апнусь. Апаться здесь. О, все, видите, вот. Сложность. Ну блин, ну здесь я говорю, снова ХП даю. Если бы ХП тут не давали, было бы да. Я могу уже просто со всеми на кулаках драться. Во-первых, меня сейчас апнут. Во-вторых... Ладно. Что-то я поспешил. Все. Вот теперь можно проигрывать. Для этого мы просто стоим. Они нас пинают. Поэтому, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Они просто мажут. И всем пока. А, подождите. Ого, ты победил лидера пиратов? А, но ты супер силен. В смысле, ты вовсе не выглядишь таким, твои тощие руки и подростковый вид. Простите, я не хотел вас обидеть, мистер Дискриминатор. Пожалуйста, не убивайте меня. Возьмите это в качестве извинения. Капитан Абаба. Это мы делаем ради карты. Ну что, ребят, как вы поняли, мы на этом закончили, поэтому всем пока.